Здравствуйте, вы со мной на канале Остроумно. Это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. О преимуществах кокосового масла вы уже слышали и знаете, как оно полезно для кожи и волос. Но как насчет кокосовой воды? Этот напиток, который буквально волшебный и верите или нет, но имеет совместимую структуру с плазмой крови человека. Кокосовая вода не очень вкусная, но это незначительно по сравнению с ее пользой. Только от 40 до 50 мл кокосовой воды в день удалит хроническую усталость, но также увеличивает иммунную систему до такой степени, что вы будете защищены от большинства инфекций и вирусов. Во время Второй мировой войны американцы и японцы использовали кокосовую воду для восстановления своих солдат. Вместо переливания они давали раненым воду из зеленых кокосов, потому что ингредиенты идентичны плазме крови. Кокосовая вода также действует как естественный мочегонный агент, чистящий каналы мочевого пузыря, мочевыводящих путей и устраняет незначительные проблемы с почками. Это полезно для пищеварения из-за высокой доли волокна, но также эта вода снижает и аппетит. Эта прозрачная жидкость может использоваться для ухода за телом, бороться с акне, жирной и сухой кожей. Достаточно впитать ватный тампон в кокосовую воду и протереть лицо. Еще одна отличная новость. Она помогает устранить морщины. Вода подходит для восстановления энергии после тяжелой тренировки или утомительной физической активности. Вот почему это важный пункт в меню почти всех профессиональных спортсменов. Что особенно интересно, особенно для сильного пола, кокосовая вода – это фантастическое лечение похмелья. Она устраняет головную боль, тошноту после веселой ночи. Вода из молодых кокосовых орехов является естественным источником гидратации, и для этой цели она используется Рианой. Дива из Барбадоса даже популяризировала этот напиток, неоднократно подчеркивая, что она ежедневно выпивает его для детоксикации организма, но он также снижает риск заболевания раком и диабетом. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички Instagram и Facebook. Ссылки есть в описании. Всем пока, услышимся!